Спонсор этого выпуска – канал «Усатый трейдер». Чувак имеет десятки рабочих стратегий и показывает, как самому начать зарабатывать в интернете. Ему даже хватило, чтобы купить у меня рекламу. Так что оцените сами. Подробности ссылка в описании ролика. Обдё-обдё. Нет-нет. Нет-нет, прекращай это дело. Мы летим на задание. Марун. Что-то у меня зависло, у тебя тоже? Нет. А у меня все зависло. Нет, у меня отвисло. Но мне не нравятся эти подвисания. А, мы тут вроде играли, мы начали играть, и у нас все зависло вроде. Ну как сейчас прям. У меня все зависло. Да? Теперь у тебя да. Зависло. А, вот я приехал. Да, вот у меня какие-то лаги были. Короче, давай будет. Команда вместе играть, разбираться в ситуации. Давай не будем торопиться. Что я тебе только что сказал? Не знаю, как это вышло. Ты такой... Я разломаю эту машину ради тебя. Это же Брюс Уиллис, ты же коп. А тут может что-то взорвать? А как я умер-то? Я не знаю, ты взорвал. Почему? Смотри, окей, терти не стал. Эти террористы такие. Что происходит? А я такой. Мы не пройдем такими темпами. Нужно наоборот аккуратно проходить, как я. А что ты... А, мне нужно жизнь тебе свести. А как мне это сделать? Спусти сюда, где плюс один. Это не обязательно рушить коробку. А, я могу, наверное, так сделать. Нет, не так. Так вот. Ну вон я. Я пытаюсь. Я тебя спас. Я пытаюсь, понимаешь, не создавать хаос полный, понятный, как ты. Я пытаюсь... Я не делал хаос. Я пытаюсь думать, что происходит вообще у нас. Просто Конан полз. И вдруг его взорвали, как я не знал. Во времена Конана не было таких динамитов. Он просто не понял, что это, понимаешь? Меня убили. Воспользовались. Мной. Что будет, если я взорвусь? Давай, да. Молодец. Сам умер. Ну, я очень зато аккуратно играл. Все равно умер. Ну, я в дольше тяжу. Доволен. Джеймс Бродок. Блин, чувак. Че ты делал, да? Как я выжил-то? Уходи лучше, а то я тебя убью. Боже, как ты выжил второй раз? Я типа подрывник, я мне не посрать. Убивай этого. А че не боится? Ладно, я убью. Поехали. Я, по-моему, умер, нет? Нет, ты живой. Я внизу где-то. Да? Прыгай в стенку. Ну, пишу, что ты живой. Я вот стреляю, использую все силы, ты бы услышал взрывы, я умер. А, они нас обманывают. А, у тебя же две жизни, поэтому я думаю, что ты живой. То есть поэтому пишешь, что ты еще. Да, тебе надо флажок найти. Давай, иди сюда. Похуй, что игра. Смотри, это я нашел. Это как, бля, там сцена из Матрицы, когда они прыгали с крыши на крышу, помнишь? Да, да. Такая же хрень, просто на ум прыгает. Да, давай спокойно. Вот, я хищник. Я, кстати, не играл за это. Не видел, как он улетел. Меня, кстати, ты не лагаешь в этот раз. У тебя ты нормально передвигаешься. То есть нормально. Нормально хитбоксы идут в этот раз у тебя. Блин, я их убивал очень медленно и уверенно. Сейчас мы все зальем. Окей, ты остался один.
Вау! Вау! Я не знаю, почему он не цепляется за это. Почему ты просто... Почему он не цепляется. Ты не думал ни о чем, просто, понимаешь? Я Робоком. Идем, идем. Быстрее меня эти кишки. Как? Как я взорвался? Спаси меня, Снис. Сейчас, убью. Кидай курицу. Всегда нажимай Б в такие моменты. Да. За курицу пошел. Они их обожают и падают. Лол. Сука! И как так же, как я сейчас. Нет, я не так, как ты. Здорово. Спасибо. Страшно? Это да. Ладно, я хочу обстоятельно как-то, ну давай прорашим, что ли, попробуем. Что, пробуем рашить? Давай, да, нам надо рашить. Просто как-то так понятно. Поехали. Да, понял. Я немного себя убил. Рэмбо все сделает, не волнуйся. Вау, ты вышел реально. Они реально сами офигели. Соси меня. Че? Подожди, пока там все не обвалится, а то там сейчас будут кишки, да, тоже. Они такие думают, что я приду оттуда, а я такой... Видал, как я? О, Шварценеггер с тобой. Шварценеггер стал он на месте убился. Это было близко. Сатана! Поехали. Я такой. Слайд! Это слайд слишком тесен для нас двоих. Лететь. Мне еще там целым штатом управлять. Ну мы неплохо справились. Ой, ой. У меня светлячок. Скажем так, Индиан Джонс не повезло. Я стер себе память, все нормально. Смотри, сейчас будет смешно. Так, а ты там где-то есть, я так понимаю. Да, я сам не взял. А давай возьму еще этих стиралок. О! Сейчас спасаю. Все, ты спасен. Чак Норрис. Чак Норрис. Так, осторожно, смотри, только не убей на себя. Смотри. Вау, ты зашипнул, упал, Чак. А там можно еще тебя спасти раз. Знаешь, чтобы что самое крутое, что то, что ты запачкаешься в земле, на тебе не видно будет это. Спасибо за расизм, так как casual racism. Там что-то внизу есть? Ты живой еще? Да. Все еще, кстати. Давай, идем, аккуратно, я иду за тобой. Сейчас, тихо, не подходи, Вайс. Куда только мы идем, я не знаю. Меня убило. Спаси, я там снизу где-то. Вау, как ты жив остался. Прыгай, прыгай. Используй свой супер сейчас вниз. What the fuck? Спаси меня.
Вау! Тебя просто убивает голову. Это было просто самое офигенное. Я ничего не делаю, такой, о, еще надо мной. Куда мы спускаемся? Мы реально должны были спускаться сюда? Видимо, да. Стой, 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 я чуть не умер. Ты умер, да? Он все еще стреляет. А я хочу... А я его, наверное, раздавлю сейчас, смотри. Ну, может быть, не совсем. Ну, почти. В принципе, ты сейчас прям сцену повторил уже. Скрепкого орешка. Осторожно, ты там чуть не взорвал эти шашки динамита. Вот это? Да, снизу черные такие. А. С крестиком. Но мы, по-моему, едем вниз куда-то, поэтому едем. Давай взорвем эту херню. Стой, 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 стой! Поехали. О боже. Кто ты жив? Что произошло-то? Я видел, что эта херня там была. Я всех, смотри, 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 какой я профессионал. Я же, да. Я специально это очки стиля. Ну, наверное, я попробую там пройти и посмотреть. Да, нам, там, там чисто вниз реально надо было. Мы правильно все делали с первого раза. Такие. Да. Потихо. Видите, как у него рикошет был? Он сам себе бомбу бросил. Она рикошет образ. Гранаты из КС. Теперь нас трое. Если еще одного выйдет. Это мой. Блин. Этот мой. Этот мой. Дай. Черт. Черт тебя, Диринелла. Иди убивай всех. Я простых таких твоих тут. Это с глушителем они не слышат. Вау, окей, я упал вниз, потому что я смотрел другую сторону. Сейчас взорвешься. О, все боже. Как ты планируешь. Как ты жив еще до сих пор? Я там снизу. Сейчас. Я не знаю, самоубийца, черт. Спаси меня, там уже видно. Окей. Готов? Да. Я рад, что тут рядом, как бы спасение твое. Матрица закончилась. Ты меня сейчас вниз толкаешь, чувак. Пошел, пошел. Аминное поле. Я на самом деле соскочил-то случайно, так на бочку запрыгнул. Значит, наверное, не подскользнулся просто. Блин, и как мне тебя спасти? Два робота, ты робот, а не ты робот. Ты терминатор, блин. Чё ты? Окей, я тебя спас. Не за что. Иди вниз, у тебя, вот, у тебя ты можешь спасти меня легко. Знаешь почему? Потому что ты можешь супер использовать и свалиться туда вниз. Вот провались сразу же туда вниз. Да, и спаси, спаси. Сейчас, подожди. Спаси, сохрани это все. Отлично, еще одного, второго можно спасти. Вот там уже сатана рядом. Я убил сатану. Осторожно, там еще хер. Оо! Окей. Вот на фок он приземлился! Если бы он на вертолет приземлился. Да ты там воздух не успел просто. Давай еще одну. Давай. И все. Хорошо. Как раз мы, наверное, уровень пройдем. Я, кстати, могу вроде как вот стрельни в меня.
А как ты так стреляешь? Как бы заду наперед. О, блин, это нам нужно бежать. Это фигня сейчас будет по нам стрелять. Да, и нам нужно успевать бежать вверх. Иначе мы умрем. А ты на чё, не там? Но мы должны вместе стоять. Короче, наша цель успеть вместе убежать оттуда. Если ты будешь меня тормозить, то мы умрем вместе тоже. Окей. Я умер. Блин. Я не буду тебя тормозить. Меня спас. Бежим, бежим, бежим вверх. Я умер. Беги, прыгай, прыгай. О-о-о. Я не мог допрыгнуть. У меня масса особенность, которую уничтожал. Я чё, умер что ли? Окей. Прыгай, прыгай. Рифли. The fuck is your problem, Рифли. Я не могу понять, где я, а вот. Можно даже не трогать. Чисто пробегать? Да. Блин, такие чипы. Бетхоин. Аллах-Акбар! Тебе нам нужно в него эти... подрывать, под ним вот эту фигню. Смотри, вот так сейчас надо делать. Понял, да, что я делаю? Да, я этими штуками в него стреляю. О боже. Они раньше времени взлетели. Я умер. По-моему, я тоже умер. Раз не знал уже, куда бежать. Собак тут чекпоинт. Вот я понял, нужно, да, когда он под ними, стрелять. Так, я снизу буду, это сверху. А я жив? Да. Блин, меня подорвал суицидник. Успей, успей. Окей, ты победил. Да. Ты победил! Чак Норрис все сделал. Смотри, сколько взрывов. Я там уже убил, правда. Это взрывается, меня уже там 10. Я уже со всех сторон расстреливаю. В жопу мне динамики. Ну чё, мы прошли это, либерейтинг. Нормально. Окей, это весело. Нам осталось, по-моему, еще одну фигню пройти, и мы откроем чужих, по-моему. А, там есть чужие? Да, тут против чужих можно драться.